Друзья, всем привет! Нужна ваша помощь. Друг купил билеты на финал Евро-2021, но не посмотрел, что игра выпадает на день его свадьбы. Если кто-то хочет, ребят, если кто-то хочет, кто-то может, 11 июля, 15:00, центральный ЗАГС. Невесту зовут Лена. Поможет. Ребят, сейчас жена сделала тест на беременность, оставила его и ушла. Я подрисовал палочку. Сейчас вернется, пранканем ее. Сейчас поражем все вместе. О, идет. Шага, смотри до конца. Милый. А? Слушай, а что он мне три полоски-то показывает? Что это значит? В смысле три полоски? Ты что? Милый, все, давай спать. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Люблю тебя, целую. Мурлыкаю и соплю тебе в ушко. О, соплю в ушко-то за что? Привет. Привет. Ну чё, как ты тут без меня неделю? Так всё хорошо. Ты-то как съездила? Рассказывай. Зай, давай я только намоюсь сначала, а потом расскажу, хорошо? Давай, давай. Я чай пока поставлю. Зай! Чего? Я шампунь забыла купить. Ты покупал какой-нибудь? Ну, конечно, покупала, Таш. Я что, неделю буду без шампуня сидеть? Ну, принеси мне тогда. На, Антош. Ух ты! Я стесняюсь спросить, а для тела ты что приобрел? Тоже порошковый у меня, вот. Ой, как прекрасненько. Мне, кстати, очень хороший, ты зря наговариваешь. Что не так-то, Наташа, опять? Вот и оставь мужика одного на неделю дома. Да нормально все, ты что, они как хорошо мой. Ты что, уже с охоты приехал? Приехал. И что, как съездили? Наташа, вкратце, месяц мяса можно будет не покупать. Да ты чё? Лося убил! Ой, молодец! Ура! Какого лося-то? А что? Пропили с мужиками всю зарплату. Да. Зая, ты не забудь, пожалуйста, детей из садика только забрать. Да помню, Наташ. Хотя, слушай, мелкого я бы не забирал бы с садика. Ну, честно, он надоел музыку громко включать уже. Ну, так оставь его там. Может, потеряется где-нибудь. Ты нарожаешь потом сечу еще? Естественно, милый. Это же почти как принтер работает. Хорошо, спасибо. Давай, все, я пошла. Давай, давай. Ой, слушай, забыла. Дай мне пакет там синий с красными ручками. Ну, ты что тут делаешь-то? Так, Наташа, я не понимаю. У нас один, наверное, пакеты в пакетиках лежат. Ну, где? Ты пойми, тычинка и пестик – это органы размножения у растений. Фу, бля, я их еще нюхал. А что, салат будем делать? Огурцы ты мне для маски не трогай. Я не поняла, где мои огурцы? В косметичке. Чего? Ты вообще нормальный человек, а? Так ты же сказала, огурцы для лица, для маски. Я откуда знаю, в холодильник или туда? Я туда и... Иди ты, короче! Да, вообще... А, тебе передали. О, спасибо. А кто передал? Маша с Красного-Белого. О, поняла. И другие работники тебе привет передавали. Ну, хорошо. Что хорошо, Наташа? Ты мне можешь объяснить, почему тебя весь алкомаркет знает? А директор выходит и говорит, что-то Наташеньку давно не видно. Блин, подставили меня! Я приготовил сюрприз. О как! Чего это вдруг? А ты что, не помнишь? У нас сегодня годовщина. Вспомнил! Пойдем. Ну чего у нас тут? Добро пожаловать в наш японский ресторан Шири Хари. Сегодня вы попробуете самое вкусное блюдо Японии – кан-чай. Прошу вас. Парам-пам-пам-мам! Что это такое? Это что? Как это вообще? Что? Где ты это берешь вообще, а? У тебя что, подпольный магазин какой-то свой? На все мои хочу? Прикольно!
нормально.